краснофлотцы, командиры вольтработников, рабочие работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической войны. Товарищи, на время приходится праздновать сегодня 24-й годовщиной Октябрьской войны. Говорим мы на победу советских разбойников, навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что поступило уже в дар, наша армия будет рассыла.